Немножко хотел показать вам и рассказать про посадку крупномеров. Вот здесь слива 8 лет. Суть в чем? Выставляется ком, выравнивается дерево и засыпается по слоям. Первый слой примерно 10 сантиметров засыпали землей плодородной, пролили водой. Следующий слой также 10 сантиметров засыпали землей, взрыхлили, пролили водой. И так до конца, собственно, до уровня примерно прививки, да, то есть пока мы не засыпем весь ком. Мешковину и сетку можно не снимать. Здесь видите, да, сетка мешковины. Перед этим ком проливался на один ком. В среднем где-то 100-150 литров воды потребуется. Хорошо его пролить, пропитать на зиму. И, собственно говоря, все будет готово. То есть здесь мешковина, в данном случае сетка, они перегниют. Ничего снимать и развязывать не нужно. Вот примерно по этот уровень, где начинается ствол, можно закопать. То есть тут основной акцент на воде. То есть льем много, не жалеем. Вот как-то так.